Всем привет! С вами я, Дима 2DCube и Music Mag TV. Сегодня мы представляем вашему вниманию обзор сэмплерной библиотеки Kinetic Metal от Native Instruments. Интерфейс Kinetic Metal напоминает сложный фантастический механизм в стиле стимпанк, под капотом которого скрывается мощный и гибкий инструмент для создания уникальных звуковых текстур и атмосферных тональных пэдов. Как и любая другая библиотека сэмплера Contact 5, Kinetic Metal также берет за основу сэмплы. В данном случае это более 1700 сэмплов, записанных с использованием всевозможных металлических инструментов и предметов. От атмосферы жаркой кузницы до звучания небольших металлических механизмов, подвергнутых различному воздействию. Управлять инструментом достаточно просто. Основную часть интерфейса занимают два механических колеса, одно из которых отвечает за соотношение громкости сэмплов, а второе — за морфинг между настройками эффектов. Между колесами имеется небольшая кнопочка Link, позволяющая управлять ими одновременно. Каждое из этих колес содержит по 4 сцены с различными настройками, которые можно изменить, обратившись к соответствующей секции инструмента. В секции Forge имеется 8 регуляторов громкости сэмпла, 4 из которых отвечают за металлические призвуки, а другие 4 — за тональные составляющие. Также здесь есть и общий регулятор громкости. В секции FX расположены настройки эффектов Color, Distortion, Movement и Space. Помимо ручного управления текстурами, Kinetic Metal также предлагает использование автоматического генератора LFO, который здесь называется Motion. Генератор имеет 4 различных формы волны с регулируемой скоростью и глубиной, режим записи автоматизации, режим Loop, Reverse и кнопку синхронизации LFO с темпом. В целом, инструмент прекрасно подойдет для создания текстурных ритмических партий или подвижных атмосферных текстур. 211 готовых пресетов, удобное управление и великолепное звучание сэмплов позволят добиться от инструмента широкого разнообразия тембров с металлическим окрасом, от мягких резонирующих звуков до ярких и цепких перкуссионных тембров и агрессивных эффектов. В первую очередь инструмент должен понравиться современным композиторам, однако он найдет свое место и в продакшене атмосферных танцевальных треков. Thank you.
Приобрести любую продукцию от компании Native Instruments вы можете в сети магазинов mmac.ru.